Теперь у ветеранов образования есть собственный офис. Он открыт на базе Политехнического колледжа имени Мустакыма Ихсанова. Глава региона поздравила старшее поколение учителей с этим событием. Говорить о важности данного проекта не приходится. В регионе более 5000 ветеранов сферы образования, около 200 тысяч из них проживают в Кызылорде. Это огромная кладезь опыта, знаний, педагогического мастерства. Аким области подчеркнула важность пропаганды этого бесценного багажа, передачи его молодым коллегам. Новый кабинет – один из шагов в этом направлении. В беседе с ветеранами были обсуждены вопросы совершенствования сферы образования и воспитания. Здесь вы будете собираться, советоваться, обсуждать актуальные вопросы сферы. Ваш богатый опыт, мудрость, знания нужны молодежи. Большую часть своей жизни они посвятили этой сфере. Неустанным поискам, благонравием, верностью своей профессии они заслужили почет и уважение. Преемственность поколений очень важна. Наши ветераны еще многого могут дать.